Мы очень озабочены очередной вспышкой насилия на юго-востоке Украины. Ей предшествовали грозные заявления из Киева, объявление президентом Порошенко новых волн мобилизации, начиная со 100 тысяч человек к юго-востоку за период относительного затишья, который до недавнего времени держалось. Подтягивались новые вооружения, военная техника, воинские контингенты. Висела в воздухе вот эта вот подготовка к очередной попытке подавить сопротивление силой и отказаться от политического регулирования проблем, которые возникли в результате государственного переворота, совершенного на Украине 22 февраля прошлого года. Поэтому, когда искра была высечена и нынешний раунд противостояния перешел вновь в военную фазу, мы делали все необходимое для того, чтобы прекратить это кровопролитие. По-прежнему твердо за это выступаем. Необходимо перестать пытаться отбивать то один, то другой населенный пункт. И самое главное, немедленно прекратить обстрелы, в том числе с воздуха, из тяжелых вооружений населенных пунктов, включая город Донецк и другие крупные города в этом регионе. Я уверен, что наши иностранные коллеги, будь то журналисты, которых здесь немало из средств массовой информации зарубежных стран, и особенно дипломаты, которые работают в Москве, но уж точно смотрят прямые репортажи российского телевидения, включая «Россия-24» и другие наши каналы, непосредственно с места обстрелов. И не видеть ужасов происходящего невозможно. Я понимаю, что не все журналисты, не все телекомпании, другие средства массовой информации рискуют направлять своих журналистов в такую горячую точку, но картинка прямого эфира российского телевидения все-таки доступна. Давайте побольше показывать это, побольше правду показывать. Мы, по крайней мере, будем, как я уже сказал, добиваться незамедлительного прекращения огня. Об этом мы в том числе сегодня в качестве главного приоритета будем говорить в нормандском формате, с тем, чтобы наши западные партнеры, в данном случае Франция и Германия, которые участвуют вместе с Россией и Украиной в этом формате, чтобы они возвысили свой голос и призвали украинское руководство не допускать скатывания к военному сценарию в очередной раз. Это самая главная задача. Далее важно принять шаги, которые будут создавать какие-то гарантии невозобновления военных действий. Для этого прежде всего необходимо отвести от линии соприкосновений тяжелые вооружения сторон. Об этом договаривались и в Минске. После этого был создан по просьбе президента Порошенко совместный российско-украинский центр координации и контроля, в котором работают наши офицеры, украинские офицеры, с которым сотрудничают представители ополчения, представители ОБСЕ. Это профессионалы, которые на земле должны были согласовать конкретные шаги по разведению тяжелых вооружений сторон. Не удавалось это сделать долгое время, прежде всего потому, что линии соприкосновения, зафиксированные в Минском меморандуме от 19 сентября, отличаются от того, что сейчас сложилось на земле де-факто. Определенные территории, которые находятся по линию киевских властей, контролируется ополчением. И вся энергия на этих переговорах до недавнего времени направлялась на то, чтобы привести фактическую линию соприкосновения на земле в соответствии с тем, что начертано в приложении к Минским договоренностям. Но, учитывая безуспешность этих попыток, там возникли и в том числе объективные причины, учитывая также то, что мы стараемся урегулировать конфликт при сохранении территориальной целостности Украины, естественно, при обеспечении прав
население Юго-Востока в составе украинского государства. Для этого нужно начать политический процесс. Но исходя из того, что все признают необходимость восстановить территориальную целостность Украины, президент России внес предложение о том, чтобы сейчас не продолжать вязнуть в спорах о линии соприкосновений, а отвести тяжелые вооружения от той самой линии, которая записана в Минских договоренностях, не от фактической. С этим очень трудно спорить. И, кстати, если бы это состоялось, то ситуация на земле была бы нормализована. Украина настаивает на линии, зафиксированной в приложении к Минскому меморандуму от 19 сентября. И мы поддерживаем такую позицию. Мы использовали наше влияние на руководство ДНР и ЛНР, и они с этим тоже согласны. Поэтому сейчас необходимо заниматься ровно этим. Будем ставить этот вопрос сегодня на встрече в Берлине, чтобы и Германия, и Франция, а вместе с ними Евросоюз, также поддержали такой подход. По реакции президента Порошенко, которую мы получили пока еще устно на послание президента Путина от 15 января, мы почувствовали, что он в принципе готов это обсуждать, но выдвигает какие-то вопросы, некоторые из них достаточно технические, и они вполне подлежат согласованию на земле теми представителями, которые работают в совместном центре координации и контроля. Но президент Порошенко также упомянул нашему послу, что вроде бы в послании Путина предлагается сторонам отвести тяжелые вооружения, но без уточнения от какой линии. Это неправда. Линия была упомянута предельно конкретно. Это та самая линия соприкосновения, которую признает, а на которой настаивает украинская сторона. С ней согласны и ополченцы, мы этому активно способствовали. Она никем теперь не оспаривается, от нее отводить тяжелые вооружения несложно. Все остальное согласовано. На сколько километров отводить артиллерию, на сколько километров отводить ракетные системы залпового огня и так далее. Поэтому это будет тоже одним из важнейших вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать в Берлине. Естественно, не конкретно военный аспект этой темы, а необходимость принятия в Киеве политического решения поддержать такой подход. И, разумеется, вопросы, касающиеся уже политических аспектов урегулирования, всегда нами обсуждаются в самых разных форматах. Это и системная задача, конституционная реформа, которая заматывается украинскими властями, вопреки многократно дававшимся обещаниям. И это вопросы, которые описаны в Минских договоренностях как особый статус территорий, провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По всем этим вопросам есть наработки, у нас есть свои предложения сторонам. Задача непростая, учитывая высокую степень политизированности и эмоциональности всего происходящего. Но будем последовательно добиваться рассмотрения и этого блока вопросов, потому что только через политическую реформу мы сможем обеспечить спокойствие на Украине, сможем урегулировать этот кризис.